Я задефол тебя. Опа! Блять, я обосрался, ты долбоёб! Блять, инфаркт просто, ты ебло! Блять! Так-то маньяк уже выходит через... Уже вышел. Быстрее. Только тут такая классная нычка, и сам прекрасно знаешь, про как... Ой, стоп. Я понял, подожди, ты там? Ну, да? Как бы так, да. А где Андрюша? Подожди. Оу. Ну, или как бы нет. Да, Андрей, или ты как куда бы ушел? Нет. Походу... Ну нахер. Джонни, давай, беги. А мне что-то жестко не повезло. Мы сейчас кружим, блядь! Что ж ты делаешь? Да тут телепорты просто рандомно по всей карте, я ебу, бля. Да нормально все, нормально. Подожди, Андрей ж не знает про тот телепорт, а? Олег, что ты понимал, телепорт даже вот здесь, куда ты смотришь. Вот. Да, вот здесь даже. Ну, на столе я... Ты, господи, пугаешь, как... вот здесь, беги! Леша, откуда ты пришел? Налево, дверь закрывай! Пошел налево! Нет, все, уйди! Где телевизор? Вот он! А, там выхода, наверное, не будет, да? Стой, давай договоримся. Нет! Олег, дошик! А это не тот дом. Что? Я хотел его поймать. Ебать, майндгейм просто. Просто сломали только что игру, понимаете? Короче, ребят, кто не понял, мы сейчас находимся в другом доме. То есть это был не тот дом, который был в самом начале. То есть это типа копия того дома, только находится в другом месте. Я тебя понял. Я понял, не, можно обратно вернуться. Я хотел тебя поймать. На втором доме или на первом, Олег? Я хотел тебя выйти через дверь поймать, когда ты в окно выпрыгнешь, и я тэпнулся. Да. Я так и понял. Так, Андрей, я ж там до сих пор в том доме остался. Я не знаю, как теперь туда вернуться. В смысле, ты... На праздничный столик, на праздничный столик прыгни. На праздничный столик, Андрей. Или на телек прыгни. Там у кого-то дары до шраки валяются. Да, конечно. Конечно, я тебя. У кого такой бюджетный ДР? Реально, кола лежит и до шраки. Смотри, Андрей, прыгаешь просто в телевизор, который находится справа от праздничного стола. Андрей. На втором этаже, Андрей, ты на втором этаже. Назад, ну ты куда? А, сюда? Да, вот, прыгай просто плазма. В телек, и ты телепортнёшься в другой дом. Я вижу. Так вот. Олег между стенками. Подожди. Блять, опять я в другом мире или в этом? Вообще хуй знает. Реально все одинаково. Я в этом же мире или в другом? Слушай, а представьте, сидеть в три дома. Подожди, нет. Я ничего не понимаю, блядь. Такой бред. Не-не-не-не-не, я его слышу. Андрей, мы в одном доме, да. Бля, сейчас вообще, бля, опять в другом доме. Сколько нычек? Он туда, что ли, в тот дом вернулся? Да, я ничего не понимаю. Вот если ты про тот, который тот, то он в том. Если ты про это спрашиваешь. Чего? Я запутался. Да мы все, блядь, запутались. Я уже, блядь, не воспринимаю этот мир. Я думаю, я уже в другом мире, в другой галактике, блядь, нахожусь. Я не понимаю, я в том же мире. Андрей, ты где? На праздничный стол, на праздничный стол, Андрей, быстро, на праздничный стол. Ты зон сзади, вот, да, сюда. Туда? Не-не, сзади. Да, бля! Вот у тебя перед тобой, вон он слева. Шарики где, блядь, прыгай. Вот он. Все, ты на месте теперь. Бля. Не заходи туда. И ты обратно. Красавчик просто. Шарики. Опять на этот... Все, теперь иди ищи Олега. Короче, Олег, блядь, иди на первый этаж. А где он сейчас? Я запутался, в каком он мире? Вернись обратно, вернись обратно в этот мир. Нет, стой! Блин! Вот так крабик ударил. Не стол! Я просто об стол ударился, понимаешь, и все. Красавчик я. Ну чё, Джонни... О, маньячок, ты куда пошёл? Надо найти надёжную нычку. А чёрт, сразу с места. Я понял. Там Лёша уже подготовился, просто тренинги у него. Ловушка, кстати, интересная. Горловые тренинги. Джонни, короче, ты знаешь, где меня искать, там и увидимся. Так что я тебя жду прямо у телека
Но не у простого телевизора, не в простом доме. А чё, где? Эти фиксики, эти фиксики всё перерыли, всё переломали. Опа. Нет, Джонни, не туда ты пошёл. Ну, я же сказал, у телевизора. Погоди, погоди, погоди. А кто тут сейчас ушёл? Здесь флешки можно выкидывать. Угу. Лол. Это кто сейчас ушёл от меня? В тактиках. Ага! Эй, какой, типа... сука, а это чё, дом? Как? Кто это? Я не понимаю, какой это дом! Сука. Джонни, мы не в доме, если чё. Да где ты? Так мы на улице, держи в курсе. Ты на улице. Да. На, по башке Олегу кофе. Тебя нет на улице. Так, кофейный, давай без вот этих своих фокусов, рассказывай, где ты. Да я серьезно говорю, мы тебя не видим. А вот так? Да, мы тебя не видим. Смотри, оп, полетело. Оп, о, кого-то, кто там в доме, кто там в доме? О, побежал, побежал сразу. Дурачок ты. Какие-то телепорты там херачат. Ах ты, сука. Я понял. Олег, 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 за мной. Давай. Иди, ах ты, сука. Ты точно? Куда ты там на площадке сидишь? Так, ну смотри, Джонни, мы, короче, в кинозале. Какого хуй ты делаешь? Алло, блядь, что за хуйня? Так оно валяется. Подожди. Джонни, мы в кинозале. Она не для тебя валялась. Ну ты смотри, Сережа, она сразу залезть будет. И на зале, да? Это я понимаю. Ага. На втором этаже. Я понял, что же на втором этаже. На втором этаже я кинозал, Джонни. Ух, как там на втором этаже-то попасть? Я постреляю. Ну по лестнице, наверное. Какая лестница? Этот дом просто километровый. Так там есть забор, ой, лестницу. Да у тебя, знаешь ли заборы в зубах? Останови меня, двухметровый забор. Так, опа. Ну и чего? Я член только вижу, я не вижу этот дверь. Так, где эта лестница? Да если ты заходишь в дом и сразу слева от тебя или справа, справа будет лестница сразу же. Ааа, чё, вот это хуета, это лестница? Ну он тупой. Вот это реально лестница назвал. Ух, нихрена, блядь. Я сюда... Ну и чего ты там? Подожди, я телепорт нашел. Кинозал на втором этаже. Так, отправление идет, да ты не волнуйся, Олег, ты самый первый. Пока дойдет, он самый первый отлетел. О, у меня такое чувство. Чё сразу замолчал, а? Чё сразу-то замолчал, блядь? Подожди, нахуй. Чё ты сразу-то, сука, замолчала? Слышишь? Стой! Я затупил конкретно, просто максимально затупил! Олег, ты затупил, когда выпендриваться начал! Что это было? Я застопился об что-то, я просто об что-то... Да ты об свой нос просто спотыкнулся, просто об свой нос, так вот! А бачки, они выпали у тебя с глаз, ты об них спотыкнулся. А чё, она не работает? Чё, не открывается, да? Ебальник нахуй, пошёл отсюда. Парни, го-го-го-го, быстрее за мной, я сейчас нычку покажу. Сейчас так и нычку покажет опять, это не самый первый. Ребят, нычку покажу. Не-н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 е, сейчас нормальная тема будет. Ты понимаешь, главное не накосячь. А кто там уже крабик побежал? А как туда попасть? Идем пока. Что там за лысый крабик побежал? Ебой. Ух, ебать! Смысл! Опа! Что это было? Он просто через стенку прошел! Смысл? Погоди! Олег, ну-ка, что делать? Раз, два, три! А чё? О! И чё, где сейчас искать этого? Бля! Так в зеркало пройди, Олег, найдешь сразу! Если не собьёшь! А чё происходит? Так я не знаю, Джонни я тупит, вот ищу не его. Понимает то, что вы на улице. Я хуй знаю, в каком мире я нахожусь, в каком пространстве, я вот туда сначала должен понять. Опа, а кто там? Да вы на улице! Кто там посадят? Ух, нихуя там, блядь. Бля. Смотри, уходи. А, вон они. Чё, на турнички, да, посадили? Да блин, ну сейчас... Да отойми, блядь. А, нихрена себе. А чё, не всё, да, Джонни, да, да? Андрей, куда пошёл? Джонни, отъебись грязный. Андрей, стой, я его задержу. Джонни, ты грязный, сука. Грязный, ты, слышишь, лобстер сразу в кастрюлю, давай, блядь, куда бежишь? Ты грядку не трогай. Чё это такое? Так это лобстер. Я его задержу, Андрей. Куда ты там задержать решил, слышишь? Отъебалось. Нихрена я калашами посрал просто, отлично. Увяжу. Андрей, ищи нычку быстрее. Нашел, Олег, давай сюда. Ты ему что, там спинку натирать будешь, слышишь? Попку. Какая разница, если все равно будешь... Где я? Я запутался! Куда бежать? Куда бежать? Стой, подожди! Блядь, да как? Да сука! Стой! Да блядь! Стой! Как
только надо. Да. Давай нахуй. Опа. Нет, у меня 5 хп осталось. Только без снежков. Снежки. Бля, батя вернулся. По таймингу. Андрей, беги! Куда, блин? Снежка, блядь, не работает. Ой, блядь. Андрей. Убежал. Ах ты, сука. Ой, как он ушел. Андрей, ну все, не время. На! Парни, у вас очень мало времени осталось. 10 секунд. 5 уже, даже 4. 3. Не волнуйся, не волнуйся. Че не волноваться? Че не волноваться? Ты не волновайся, да? Я не волновайся. Мы в доме. В каком доме? По конкретнее, можно, пожалуйста? Первый, второй, третий, четвертый. Первый. Здесь четвертый. Женя, стой там. А что? Что это? Ну все, поймали одного уже? За яйца поймали? Это нормально! Я даже знаю, кто это, у меня ник не отображается, но я знаю, что это Андрей. Я все, я тебя спас, я задефл тебя. В смысле, что за бред? Вали. Что это было такое? А это ловушка. Где я, в каком? Блин, я во втором доме! Все. Блин! Чисто бой. О, вот, смотри, лысый. Слышишь? Блять, опять он. Бля. Андрюша, да ты куда? Блять, Андрюша, стой! Понятно, одного уже. Там такой тайминг был. Так, ладно, парни. Давайте мы. Какую-нибудь тупую нычку просто максимально надо найти. Опа, нихрена, реально тупая. А все, ты хуй догадаешься, так, в каком я доме. Так где я вообще? Я не понимаю, где я хожу, Джонни, где Джонни, я? Джонни, чекни чат, пожалуйста. В каком я доме? Да? Понял. Подожди. Нет, не я надо. Я блогер маньяка. Подожди, надо вспомнить, откуда я вышел. А, я помню. Я перепутал немножко. В смысле? А, он нормально. Я вообще хер знает, в каком я доме. Точно перепутал? Да, точно перепутал. Блин, я реально путаюсь про... Hello. Опа, там стекло у кого-то поломали. Реально нету у меня в доме. Ну как? Ладно, бомбочкой. Ладно. Значит, ты пошел куда-то сюда, а потом... Бомбочки. Опа. Так, а чё подсказки там? Ну подсказки, сюда, я чисто это... Подсказки? Я чилю сейчас чисто. Отдыхаю. Где-то тупо отдыхаю. Ударю! Я уже реально вариться запрыгнул просто. Ну вот тогда вот, кстати, было зря немножко. Бассейн. Понимаешь, Олег, смерть это не выход. Выход это экзит. Ауф. Безумно просто быть первым. Так, а чё, где Басик? А я... Басик. А, не туда я не пойду. Ага. Да, он в первом доме был. Знаешь, Олег, даже если мы очень сильно хотели тебе податься, мы все равно не сможем тебя найти. Тут реально очень тяжело. Леш, иди сюда. На эту карте. Да, вот сюда. Еще. Блин, у меня 2 минуты осталось, вы что, прикалываете? Вы заметили то, что здесь полы, как в Майнкрафте? Да, ковры. Ой, блядь, извини. Опа. А я сейчас где? Да какой душ? Нормально, no worries. Что? А, ты думал уже... Смех такой просто... Я запутался, я не понимаю, где вы? Вы можете сказать, где вы? Джонни. На парковочке, брат. А, ты да. В смысле на парковочке? На какой парковочке вы там? Ой, бля. Ну нахер. Ага! Кидайте! Бля. А чё? Вот это просто смертельное зрелище. Дэдпул хавает лобстера. Без вот этих вот своих, этих вот пан... Ещё раз стрелишь. Это я чё, снежок чё, сам себя что ли кинул? Тебя рикошетом. Ослепил. Какой ослепился? Дикой тут. Ну-ка, безумно. Ой, бля. Ну давай! Битва двух нас... Ой, бля. Давай. Ой, бля. Ну нахер. Ну сюда иди, ну куда ты пошла, ну? Креветочка, ты моя тигровая такая. Нужна помощь. Не-не-не-не. Нет, брат, обойдусь. Ну на. Ай, бля, тупоёб. Хоп. А у сауна полис. Это сауна полис. Сука. Парни, ладно, я вам даю второй шанс. Если сейчас вы нехорошо спрячетесь, то, ну, как бы... Вы нехорошо спрячетесь. Это мы тебе даем шанс, Олег, так уж и быть. Отыграйся нормально за маньяка. Что я пройти не могу? Ты
Прикол какой-то. А то что-то реально в первый раз слабенько было, давай нормально отыграем. Блядь. Да, как-то в первый раз слабенько это было. Ни хрена себе! О, вот это все, имбаночка никогда меня не найдет. О, лысый, здорово. Да, подожди, это я. Ну здравствуй, здравствуй. Не волнуйся, не волнуйся. Давай просто, пожалуйста, так. Вначале сразу не дует от того. Леша, смотри, иди. Ну не нахуй, но... Да, да никуда не пойду, понимаешь, мне это чмошка. Извиняюсь за слово соображение. Очень поздно ты это не сказал. Стой, обернись, обернись, очень... посмотри. Тебя сейчас миникарта подскажет, где я. Миникарта подсказывает. Обернись, обернись. Эй, идет, обернись. Она подскажет, подскажет. А, так тут же сразу легко по стенке залезть. Так он не знает. Ну-ка, погоди. Оп, оп, полез, 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 полез. Красавчик. А что-то не можешь найти, да? А не смог, блядь, ебать умный. Блядь, обосрался ты, долбоёб! Блядь, инфаркт просто ты ебло! Блядь! Я хуею с этой дуры, блядь! У меня сердце ушло в пятки! Андрюша! У меня сердце в пятки ушло, пиздец! Андрей! Я по карнизам. Ты там как, Андрюша? Блять, нельзя так играть, реально, нахуй, маньяка, нельзя, блять. Кидай это говно, блять, Лёша, пошёл. Ой, бля, просто пульс сейчас 228, блять, ебашит просто. Так это, я просто, понимаешь, я как бы, ну... Я думал, херачишь 400 IQ move сделал, он там по лестнице ползут, а он сразу... У меня примерно такая же херня. Вы сами все ко мне пришли, вы чё, роблите, что ли? Вообще, вот это вы после эмоции, конечно, да, вот это вы реально красавчики. Бля, дай воды выпью, это пиздец нам. Бля, у меня реально инфаркт нахуй, еще сердце просто в пятки улетело, я обосрался реально. Бежим, пацаны, убежали. Куда там лобстер? Уже просто в кастрюле его запихали. Просто уже куда ты? Сейчас нормальную нычку. Так, не-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 не, Андрей. Дули, так, да? Куда-куда, ава? Ой, Андрей, беги быстрее, беги. Хрена тут по кругу могу, о, не, сюда не хочу. Да, жирный. А чё, кто там стреляет? Кто там умный такой, там а? Там чё-то реально пулемёт какой-то был просто. Кто стреляет? Прекращайте, прекращайте гадости делать. Так, ну-ка заныкаться, заныкаться. Андрей, уйди оттуда, Андрей, беги оттуда. Ух. Андрей. Я дико извиняюсь, сейчас... одну лампу просто поломал. Да я ему в гибло сдегла, да? Дико извиняюсь, одну лампу поломал. Андрей, давай. Мы, если что, готовы. Как там вас вообще найти? Ой, здравствуйте, я... Никак. Я кинотеатр. А его нет, Александр. Так, подожди, Женя, ты где? Я кинотеатр. Он кинотеатр. Там нормально у тебя, не? Он кинотеатр. А, я понял, Андрей. Ой, бля. Женя, уходи. Я понял. Беги, куда ты? Куда ты? Быдло, бля. По заслугам. Главное аккуратно делать. Пошли быстрее. А, тут, давай. Мужики, по, включайте. Я хер знаю. И все это все что? Я не знаю куда. Тихо. Прыгни на бутылку, Женя. Да не. Я тебе серьезно говорю. Олег, давай в соло с этими приколясами будешь с бутылкой. Я уже прыгнул. Подожди, где? А Андрей еще жив, что? Андрюша, беги! Андрюша, спасайся. А где мы вообще? От кого убежать-то? От зеленого, знаешь, такой. Да я Лёху, бля, на разобранный. Вот прям пахнет по носам, вот этим вот зеленым таком. Как отсюда выйти, ты не знаешь, что вообще? Ну, вторую бутылку найди, туда прыгай. А можно, пожалуйста, помолчать? Я просто хочу услышать, где вы находитесь сейчас. Нельзя, Лёша, нельзя. Мы будем больше, наоборот, говорить, что ты ничего не слышишь, что тут происходит, чтобы... Я замутаюсь. Ну как выбраться отсюда? А все, пока не сдохнем, да. Джонни, мы здесь не одни. Мы тут втроем. Не, стой, нам реально бутылку здесь надо найти. Да, и сесть на нее. Не, прикинь, потом, знаешь, прокрутиться три раза, вхлопнуть в ладоши и постучать по столу. А потом под подушкой мы уже найдем. Не, ну это, а как реально выбраться отсюда? Не, ну где-то же должен быть выход, по идее. Я петуха в доме нашел. Мы давно Я вообще не знаю, да я сам ищу. Да в смысле, вы в каком доме, ребят? Мы на крыше. Да мы вообще не в доме, мы в лабиринте каком-то. А это крыша дома. На крыше дома. О, нашел, Джонни, нашел. Где? Там бутылка? Правда, здесь не бутылка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Стой, подожди. А кто туда попал? Ты куда пошел? А все. Что за дебри? А как ты сюда? Дома. Только обходи, здесь не пройти. А, ну вот. Как я это обойду? Ага, как вот. Пошли. Ёбаный лоби... тьфу! Вот, все. Мужики, у меня на крыше. И вас никого, и здесь никого. Так, ты на бутылку прыгнул?
Какую бутылку? Понятно. 50 секунд, я нихера не понимаю, что происходит. Где вы все? Нифига себе! Минус Андрей. Ну, ты, блин, конечно, Бог меня слышал. Да, конечно, бля. Ну я понял. Олег, давай, Андрей, помогите, беги. Олег, ну вы в телевизоре. Давай, давай, ПВК! Он наверху! Стрем! Олег, что-то пометка себе отмена полная, я так понял. А слышишь, я попадал по нему. Да, да. О, реально! Слышишь, что ты реально на крыше? Мужики, спасайте, мужики! Ну реально на крыше, смотри! Ну сейчас да. Мужики! Ой, бля! Ой, бля! А нахер ты меня кинул? А кто меня кинул? Пацаны, уходим отсюда! Мужики! Я пытаюсь, помогаю! Попал, попал, попал! И кому ты попадает? Кому я попал? А ты... ты... Иди сюда, блин! Упри в стенку! Бля! Я выжил, я выжил!